явились. Только пятеро? Они не из робкого десятка? Мужики! А вот и мы! Ира! Сестра? Не-не-не-не-не, отбросам лучше не мешаться. Простите, ребята. О, нет. Эльфман совсем озверел. Стоит только сестре отдалиться, как он выходит из себя. Сильнейший из вас против нас, а остальные пусть не лезут. Сестра! Он сдурел! Держите его! Лады, я аж воспылал. Двинули. О, нет! Горю! Угли! Сурово! Получите снежку! Дубак! Смывайся, а то покалечу. Да я особо и не против. Потому что я тебя лю... Лю... Холодно! Твои фокусы не прокатят! Фига острого соуса! Не сурово, а уже почти адски! Уже начали? Народ, перестаньте! Раз так, я знаю, кого вызвать! Кого вызываешь? Сильнейшую подругу! Что? Эльза пропала! Ну и иногда и можно побыть доброй! Эльза, замочим их вместе! Сдались мне ваши... Ой! Это она-то ойкнула! Мило получилось. Очки Эльзы! Дело дрянь. Я только вчера купила это платье. Да еще оно было для важного дела. Теперь всех ждет лютая смерть. Эльза свихнулась! Печально стоит себе, просит. Бей, не хочу, я в печали. Это я тут в печали. Все же Эльза жуткая. И что теперь? Ведь сейчас ее никто не остановит. Пока не прольется кровь, битва не окончена. Сатана. Звала Люси? Ну, кажется, я ошиблась. Чего? Ничего. Жуть. Детишкам положено сидеть смирно. Ясно. Я умерла. Полный писец.